Всем привет! Привет-привет! Вы находитесь на канале Polly Kids. И в преддверии Пасхи мы решили с Полинкой постряпать куличик. Будем стряпать кулич? Да. Помогать маме будешь? Да. Ну, как истинному повару не хватает. Что тебе? Правильно, фартука. Сейчас мы наденем фартук. Смотри, какой у нас фартук. С Микки Маусом. Давай, наденем на тебя. Фартук с Микки Маусом. Так. Ну, сначала давай возьмем стаканчик, откроем с тобой дрожжи. Пасхальный кулич не может без дрожжей быть? Сама. Держи. Мама будет отрезать. Какой же пасхальный кулич без дрожжей? Держи ложку. Вот так вот. Вот так, подержи ложку. Мама насыпет тебе. Все, высыпай. Один. Два. Давай. Три. Молодец. Дрожжей нам хватит. Давай нальем теплого молока. Молока налили, чтобы пошла реакция. Давай наложим еще сахара. Давай сахар насыпем. Подожди. Давай насыпем сахар. А теперь тихонечко мешай. Давай мешай. Хорошо, мешай. А это что пупсик у нас с тобой делает здесь? Какая? Алина, пупсик? Что делаешь? Мешаешь? Мешает. Маме мешаешь? Да. Ну, хорошо. Она маме помогает. Вот что. Такая настоящая хозяйка прям. Будет потом такая должна шапочка получиться, если все пойдет по плану у нас. Да, по плану, если. Давай возьмем с тобой такой вот тазик маленький. Тазик. Яйцо разобьем. Оп. Помогай. Оп. Вылили яйцо. На, мешать будешь вот таким венчиком. Теперь мы можем туда сахара. Возьмем масло. Смотрите, какое масло. Мягенькое масло. Мягкое-мягкое масло. Не знаю, мне очень нравится запах масла. Вот так вот. А ты мешай-мешай, тихонечко мешай. Помогай, помощница. Молочко вот сюда оставьте. Она вам поможет вот так вот. Можно, конечно, было миксером, но Полина его очень боится. Да, Полин? Не знаю, почему ты боишься. То, что он шумный или почему боишься? Какая она самостоятельная, посмотрите-ка на нее. Сахар. Все. Щепоточка соли. Ну, давай. А это вот белочка. И птичка, пускай с нами сидят, да, и смотрят, как мы тут делаем. Мешай. Мешай. Пока мы тут мешали, у нас уже, смотри, подошло, Полин, смотри. Посмотри, какая пена большая, шапочка, видишь? Подошли дрожжи у вас уже, да? Да, дрожжи подошли уже. Дрожжи подошли. Давай к нам выльем шапочка, видишь, какая? Ну, какая. Вот. Давай еще маленько помешаем их, чтобы дрожжи маленько прям растворились до конца. И на чем всыпать муку? Муку? Там. Да, где мука? Покажи. Там. Вот мука, молодец. Истинный кулинар знает, где что находится. Где мука, где яйца, где что. Давай в сторонку отложим и будем всыпать муку. Там. Давай, сюда муку будем всыпать. Там. Держи сито. Держи. Будем просеивать сейчас муку, чтобы она напиталась кислородом. Как нужно делать? Вот так вот. Можно вот так делать. Но нам с Полинкой неудобно вдвоем. Это очень прям неудобно. Ну, зато помогает. Не у каждого такая помощница есть. Давай еще вам насыплю. Давай. Еще насыплю. Давай. Давай. Ну, только держи крепко тогда. Вот так вот. Ой, какая молодец, Полина, а? Ой, какая умничка. Ой, какая умница, посмотрите, какая молодец у меня доча. Давай будем замешивать. Давай, сама, держи венчик. И аккуратно, прям аккуратно. Перемешиваем всю такую массу. Давай. Ой, насыпала тут мне. Ой, давай перемешиваем тихонечко, чтобы мука у нас не сыпалась.
У истинного повара всегда будут и руки, и лицо грязное, и все-все-все на свете. Но нужно все равно быть, доченька, очень аккуратными. Это же не толкушка, Полинка! Не толкушка! Не толкушка! Вон лучше покажи белочкам, а то они не видели, наверное, такого, как делают куличи-то. Давай! Покажи белочкам. Покажи белочке. Вот там, сверху. Пускай глядят сверху. Ну, птичку тоже возьми. Так, это я вот убираю венчик. Наше тесто почти готово. Осталось только маленько его помять. Вымеси. Да, и Полина бросит у меня. Ну, на, сделай, меси. Любительница теста. Мне его. Как нужно тесто мять? Вот так, скажи. Мне его. Смотри, какой, блин, колобочек я тебя скатала. На, меси. Точнее, может быть, сказать, играй, да, даже. Классное тесто. Да. Колобочек. Колобочек. Сейчас убежит колобочек от твоего и убежал. Да? И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Я от тебя, Полина, и подавно убегу. В печку убежит колобочек наш. Ну все, тесто почти готово. Наше тесто уже готово, и мы в него уже вкладываем изюм. Замешиваем тесто с изюмом. Давай. Да, по штучке туда будешь. Ну это долго, Полина, ты будешь по штучке-то. Недолго. Недолго? Ну давай, еще чуть-чуть. Много. Прям мама маленько помешает его? Помнет, точнее. Может, колобочек. Колобочек сейчас мама скатает. И замесила мама колобок. Вот наши формочки. Сейчас я разрежу тесто примерно пополам. Положим мы формочки. И пускай опять они настаиваются. Давай вот так. Складываем, давай. Оп. Так, разровняем чуть-чуть. Полинка, ты кусками хочешь? Ладно, пускай по чуть-чуть складывает. Мама потом переделает. И с изюм, конечно, с изюм. Какой классный у тебя получился. Прям суперский. Давай мы уберем. Молодец какой. Теперь нужно, чтобы наше тесто в формочках маленько выросло. Все? Поправила его как надо? Нет. Не поправила? Все, умно. Вот испеклись наши куличи. Один, как вы помните, делала Полинка из кусочков. Рвала тесто и складывала. Ну, вроде бы ничего, так можно сказать, что пойдет. Ну и, соответственно, вот готовые куличи. Так, сейчас мы будем украшать, наверное, наши куличики, правильно? Да. Возьмем наш крем. Мама уже подготовила крем. Давай вот так. Вот давай, бери вот так вот ложку. По чуть-чуть бери крема. И вот как шапочку делаешь. Вот так. Нет, только свой куличик украшай. Ты свой, я свой буду украшать. Хорошо? Вот так. Украшаем маленечко. Еще кремчика бери. Крем. И вот так вот размазывай. По верхушке. Молодец. Получается у тебя, Полин. Еще крем. Еще крем. Чтобы он вкусный и сладкий был. Нужно много-много крема. Ну, попробуй чуть-чуть. Вкусно? Да. Ну, ребенок сказал вкусно. Мажешь, да, Полина? Да. Получается? Да, получается? Бери еще. Ну, хорошо, бери еще крем и маж. Может, мама поможет тебе? Нет, это можно. Да, вот. У тебя, говорит, вот. Ну, не знаю. Из меня, конечно, кулинар хороший. Маленький твой куличик. Ну, все, давай теперь украшать его. Вот такой вот он маленько. Шарики. Шариками будем украшать? Конфету мне прихватит.
Хватит. Ну что, возьмем мы наши куличики. Давай, может, я в ручку тебе насыплю, а ты будешь вот так посыпать. Давай. Да. Давай. Давай, насыпай сюда. Помидоры. Вот так по всему. Вот так возьми, вот так еще. И вот так прям по всему сыпь. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп. Молодец. Давай еще. Ладошку-то сделаю так. Вот, давай. Ай, какой классный. Ну, теперь мамин будем украшать по чуть-чуть. Мои. Ну вот. Мои. Еще полинин? Да. Классно. Давай теперь крупный, да? Какой цвет выберем? Желтый. Желтый? Ну, давай желтый, держи. Оп, желтенький. Классно. Еще какой цвет будем выбирать? А что у тебя, Полина, за стиль кучкования? Роза. Розовый. Ну, вот такой она решила кучками сделать. Художник видит свой шедевр таким, каким она хочет. Ну? Ай, заляпалась чуть-чуть. Ну все. Я думаю, наши шедевры красивые. Ну что скажете, господин? Наш папа. Изумительно. Подписывайтесь на Полинкин канал. Ставьте нам лайки. И всего хорошего. Чао. Полина, что ставить надо? Лайки. Вот так, лайки скажи. Лайки. Лайки. Много лайков. Много лайков. Много. Всем пока-пока.